Перш за все, хочу всіх привітати. Я бачу, що у нас декілька людей є. Будемо сподіватися, що інші також підключаться до нас. І перед тим, як ми почнемо, хочу сказати, що це не є юридичною порадою. Я просто дам вам загальне overview того, що відбувається з новою українською програмою. Так, щоб ви могли розуміти, що робити, як подаватися, хто в принципі може податися, при яких умовах і на що треба звернути увагу. Ми торкнемося загальних питань. Якщо у вас є якісь специфічні питання, то, скоріш за все, вам треба буде звернутися до або імміграційних консультантів, або адвокатів для того, щоб їх адресувати. Артем, можна я просто вступление небольшое сделаю? Да, пожалуйста. Я просто хотела представиться. Я Марина Корнеева, я один из учредителей благотворительной организации A Better Future for All. Мы помогаем украинским новоприбывшим и будем вот такие вот делать вебинары. Постараемся на регулярной основе с адвокатом, чтобы прояснять и отвечать на вопросы новоприбывших по поводу разных законодательств. Сегодня у нас первый вебинар такой вот с Артемом про новую программу. Пожалуйста, Артем, продолжай. Да. Для тих, хто не знає, мене звати Арт Лемберт, я імміграційний юрист, сімейний юрист, юрист у справах спадщини. Я бачу, що є повідомлення стосовно того, що не всі розуміють українську мову, бо різні люди є. Давайте я тоді перейду на російську для того, щоб могли розуміти всі. І ще раз, в отношении того, что мы будем делать, это мы фактически пересмотрим новую программу, программу для украинцев, которая позволяет эмигрировать на постоянной основе, получить статус постоянного резидента. Мне для того, чтобы в принципе пройтись, Марин, я попрошу, если возможно, дать мне право хоста, чтобы я мог ага, хорошо, сейчас. На экран вывести информацию. Угу. Сейчас. Попробую сейчас. Угу. Так, работает. Итак, я думаю, что все видят информацию на экране. Government of Canada, страница, посвященная непосредственно новой иммиграционной программе для украинцев. Видно, Марин? Да. Да, смотрите. В принципе, общая тематика или общая информация. Данная программа, она рассчитана на воссоединение семей, и поэтому она имеет четкие лимиты по поводу того, кто и как может подаваться. Вы можете податься на эту программу, если вы входите в одну из категорий лиц, которая определена этой программой. И категория лиц – это фактически родственники. То есть, и при том родственники должны быть определенной степени родства. Как говорит программа, аппликант, основной аппликант, то есть есть аппликант и есть члены семьи. Аппликант – это тот, кто подает аппликацию. Аппликант должен быть гражданином Украины, обязательно. Аппликант должен быть членом семьи канадского гражданина или канадского постоянного резидента. В качестве членов семьи данная программа рассматривает следующих лиц. Это или супруги. Сюда также относятся супруги в так называемом гражданском браке, common law relationship. Для Канады, для тех, кто не знает, common law partners – это те, кто проживают в совместных брачных отношениях без оформления официального брака, то есть вы не ходили в муниципалитет, вы не регистрировали эти брачные отношения, и в данной ситуации вы должны прожить не менее года. И не просто прожить, там достаточно много факторов, в общей сложности их там будет в районе, наверное, 26. Это те факторы, на которые будет офицер обращать внимание при определении, проживаете ли в фактических брачных отношениях. Ни один из факторов не является определяющим. И поэтому, я бы так сказал, это комплекс факторов. Если кто-то живет в гражданских правоотношениях семейных, то я бы рекомендовал таким людям непосредственно обратиться к адвокатам за помощью. Это может быть наша фирма, это может быть там, кто вам ближе к сердцу. Для того, чтобы правильно этот вопрос адресовать. И почему, я чуть позже, скажем так, обращу ваше внимание. Также родственниками являются дети, вне зависимости от возраста. И я вам хочу сказать, что в данной ситуации это как бы достаточно хорошая новость. Внуки, родители,
бабушки, дедушки или ваши братья и сестры. При этом это могут быть сводные братья и сестры. То есть сводными братьями и сестрами, когда я говорю про сводных братьев и сестер, я имею в виду, что это может быть один общий родитель у вас с вашим братом или сестрой, которые живут в Канаде. Также для того, чтобы подать аппликацию, вы должны быть физически присутствовать в Канаде на момент подачи. И программа говорит, что на момент, когда вам дали право постоянного резидентства, но в другом месте программа говорит о том, что вы фактически должны присутствовать в Канаде на весь период вашего пребывания. То есть, иными словами, если вы ездите туда-сюда, то это может быть проблема, потому что при выезде это может быть воспринято как основание для отказа. Обращаю внимание на то, что вы должны иметь действительный статус постоянного резидента, и это, скажем так, тот критерий, на который следует обратить внимание, не постоянного, а временного резидента. Что это за критерий? Когда вы заезжаете в Канаду, вам дают авторизацию, чтобы вы находились здесь определенный период времени. Сейчас мы начали сталкиваться с ситуациями, когда у детей или у взрослых им дали не на 3 года, не на полных 3 года документы на пребывание, а на сокращенный период. Это было связано с тем, что срок действия паспорта был ограничен определенным периодом, и вот им дали до конца срока действия паспорта. И когда ваш период закончен, вам до окончания периода нужно успеть податься на продление. Если вы не подались, значит, у вас после этого есть максимум 90 дней для того, чтобы продлить свой статус временных резидентов в Канаде, подать соответствующую аппликацию. После окончания периода, и вот в этот период 90 дней, вам нужно заплатить $200 за возобновление вашего статуса. Если вы не успели в эти 90 дней, значит, вы теряете статус, и, в принципе, вам его не могут продлить в Канаде. Единственным, наверное, случаем, когда вы сможете там что-то сделать, это подаваться или на гуманитарную аппликацию, или, соответственно, на Temporary Resident Permit, но сроки рассмотрения на Temporary Resident Permit очень, очень длинные, и там у меня был клиент, который 3 года ждал этого. Соответственно, вы должны брать это во внимание, если у вас нет статуса временного резидента, легального статуса, вы не можете подаваться на эту программу. Также у вас должен быть паспорт соответствующий, и вы должны предоставить так называемую Statutory Declaration. Это соответствующий документ, это декларация, ее номер 0191, я выделил на экране синим. Она предусматривает то, что ваш родственник дает определенно декларирует о том, что он вас знает, и вот он подтверждает, что он вас родственник. То есть никакого спонсорства, никакой финансовой поддержки от ваших родственников не требуется по данной программе иммиграции, но декларация нужна. То есть есть ситуации, когда, например, в семьях отношения между роднёй очень натянутые, и, скажем так, родственники не хотят помогать, не хотят давать, несмотря на то, что для них это, в принципе, там ничего не стоит, кроме там поставить соответствующую подпись на декларации, но эта декларация является обязательной. И следующий и важный критерий: вы должны быть допустимы в Канаде, на английском admissible. Есть несколько критериев, когда люди недопустимы, non-admissible или unadmissible to Canada. И любое рассмотрение любой аппликации, оно в основном состоит из 2 этапов. Первый этап будут проверять ваше соответствие требованиям программы. К примеру, если мы говорим про это, будут смотреть, есть ли у вас родственники, дали родственники соответствующие документы, есть ли у вас действительный статус временного резидента, есть ли у вас действительный паспорт, то есть вот эти вот критерии будут проверять. А после этого вам обычно происходит такое, что когда проверили ваше соответствие критериям программы, вам присылают письмо, что мы проверили, вы соответствуете критериям программы, и мы сейчас переходим к этапу номер 2. Это ваша допустимость в Канаде, admissibility. И здесь будут проверять ваше прошлое с точки зрения уголовного законодательства. Следует обратить внимание, что, например, в Украине некоторые деяния не являются уголовно наказуемыми, в то время как в Канаде они являются уголовно наказуемыми. И Канада будет проверять с точки зрения канадского законодательства. И если в данной ситуации с точки зрения канадского законодательства это предусматривается как уголовное правонарушение, то вы будете в такой ситуации, скорее всего, признаны non-admissible to Canada in Canada due to criminality, то есть из-за уголовных моментов вы будете недопустимы в Канаде. Если недопустимым в Канаде является один член семьи, все остальные также являются недопустимыми.
Что касательно, также есть по медицинским показаниям, то есть если есть какие-то проблемы со здоровьем, это также может быть проблема. Третье – это финансовые показатели. То есть если у вас недостаточно финансов для иммиграции, вы также можете быть недопустимы в Канаде. Хотя, в принципе, здесь они говорят, что это остается на усмотрение офицера. То есть если офицер решит, что он вас допускает, то он может допустить, но, в принципе, не обязан это делать. Это все право офицера, который будет рассматривать вашу аппликацию. Вторая категория лиц, которые может податься, это супруги или партнеры в гражданском браке, так называемом, украинских граждан. Но здесь есть свои особенности. Украинский гражданин в данной ситуации должен иметь брата, сестру, родственника. И он должен быть или в Украине, с невозможностью покинуть. Например, мы знаем ситуации, когда мужчины выпускают из Украины, и, например, если у вашего мужа или гражданского супруга есть здесь родственники, а родственники здесь включают детей, внуков, родителей, бабушек, дедушек и братьев и сестер. И, например, отец не может выехать из Украины по понятным причинам, то в данной ситуации вы можете подать, вы можете быть основным аппликантом, если вы удовлетворяете остальным критериям. И здесь нужно смотреть относительно того, что вы должны быть в отношениях, и вы не должны как бы вступать в иные отношения с момента, как вы покинули страну. Если вы вступили в какие-то иные отношения, значит, вы автоматически теряете право на эту программу, а все остальные, в принципе, данные, они те же самые, что вы должны быть в Канаде за все время рассмотрения аппликации, вы должны иметь действительный статус временного резидента, вы должны иметь паспорт или документ, подтверждающий вашу личность, предоставить Stage 4 Declaration, подписанную родственникам, и, как обычно, быть admissible to Canada, что, соответственно, как бы является одним из правил. Кто может эмигрировать с вами? С вами могут эмигрировать ваши, скажем так, члены вашей семьи. При этом обращаю внимание, что к членам семьи относятся супруги, дети, которые зависят от вас. И здесь следует отметить, что дети именно должны зависеть от вас. И вот здесь это достаточно такой интересный фактор, потому что многие, кто приезжали, особенно для детей уже более старшего возраста, там 18 лет, 19 лет, получили, например, work permit, что говорит о том, что дети могут работать. И здесь тоже очень достаточно интересная грань, и поэтому, если у вас такая ситуация, то я бы рекомендовал обратиться к адвокату за дополнительной консультацией, потому что может получиться такое, что ребенок не сможет эмигрировать вместе с вами. И, соответственно, этот вопрос нужно правильно отобразить, потому что, несмотря на то, что сама по себе аппликация по данной программе выглядит очень простой. То есть тут не требуется доказательства языка, вашего уровня образования, еще что-то. То есть большинство людей думает, что тут заполнять, пошел, да и сам заполни. Но иммиграция достаточно непростая. Так, я так смотрю, что к нам кто-то решил вклиниться. Я немножко как бы... Если можно звук выключить. Ну, тут я вижу, уже вопросы пошли. Тебе видно? Мы к вопросам... Я пока к вопросам не переходил. Мы чуть-чуть позже к ним перейдем. Я сейчас глобальную информацию расскажу, а потом мы адресуем вопросы. Так вот, если мы говорим о детях, то может случиться ситуация, когда ребенок не сможет эмигрировать с вами, потому что документы были составлены неправильно. И несмотря на то, что сама по себе аппликация выглядит достаточно простой, поверьте мне, в иммиграционном поле всегда есть какие-то нюансы, и эти нюансы, они очень, скажем так, дорогостоящие. И особенно вот я говорил, что коснусь вопроса, например, про гражданские правоотношения и почему важно составить документы правильно. Потому что программа действует только год. И вы можете очутиться в ситуации, когда вашу аппликацию примут, ее начнут рассматривать. Аппликации, опять же, нужно понимать большое количество, да? И пока рассматривают вашу аппликацию, идет время. И к моменту определенному вам могут сказать, например, нет, вы не подходите, вы не удовлетворили этот критерий. Вам для того, чтобы переподаться, нужно успеть удовлетворить критерии и успеть втиснуться вот в этот год. Но уже даже меньше, чем года осталось, да, говорим 11 месяцев. Как я уже сказал, период рассмотрения сам по себе очень долг.
И может быть ситуация, когда вам ответ пришлют, что нет, вы не подходите через там 10 месяцев. У вас будет месяц, чтобы исправить и переподаться. Вы не успели это сделать. Всего хорошего, до свидания. И вот это вот как бы достаточно такой существенный риск. Поэтому я бы рекомендовал сразу проверять то, чтобы ваша аппликация была сделана достаточно грамотно, хорошо и, скажем так, не имела никаких подобных моментов, которые бы по факту вас лишили иммиграции, потому что любая другая иммиграция будет стоить достаточно больших денег, а ходить по судам, еще раз хочу сказать, я когда-то уже говорил про это в одном из наших вебинаров, но хочу сказать, что ходить по судам здесь очень дорого. Юридические услуги стоят дорого, и чтобы вы просто ориентировались, это, во-первых, прерогатива для начала, возьмем юристов, да, и там минимальный час работы юриста будет стоить, ну, я не знаю, там долларов 300, и то, если повезет найти, а так вообще где-то там в районе 400 долларов, и если вы умножите там на подготовку документов, на подачу, там на тот же judicial review, опять же, не гарантированно, что вас суд поддержит, но обычно оно близко там начинается там с $1000, а потом переходит в десятки тысяч долларов. Как известно, скупой платит дважды, поэтому самый дешевый и простой вариант – это все сразу сделать хорошо и грамотно, нежели потом ходить и пытаться выяснять отношения с государственными органами, что само по себе достаточно, во-первых, сложно, а во-вторых, не очень перспективно. Также хочу отметить, что буквально вчера было анонсировано министром иммиграции планы на иммиграцию на следующие несколько лет, на следующие 3 года. И планы, я бы так сказал, они не слишком утешительные для украинцев. Сейчас я объясню, почему я так считаю. Несмотря на то, что общее количество иммигрантов, которые Канада планирует принять, оно увеличилось. Обычно до пандемии, я помню, общее количество иммигрантов, которые Канада была готова принимать каждый год, было 300 тысяч. Сейчас, если вы видите, это подняли до 485 тысяч. Начиная с 2025 года Канада планирует принимать ежегодно 500 тысяч новых иммигрантов. Но здесь следует обратить внимание на то, сколько они планируют принять с учетом действующих программ, которые есть сейчас. Сколько они планируют принять по каждой программе иммиграции. И вот если мы посмотрим, например, на вот эту вот украинскую программу, которая только что была введена, вместе с гуманитарными аппликациями, а эта программа, она выдана в соответствии с общественным полисом, да, то есть public policy, то есть в интересах общества, и она в принципе в плане иммиграции на последующие года входит вот в эту категорию, так вот общее количество иммигрантов, которые планируют принять, 13 750. Это говорит о том, что в этом спокойно можно сразу закладывать, что минимум половина это будет humanitarian and compassionate grounds application, потому что много людей подаются именно через, по гуманитарным причинам. И вот там сориентируйтесь, там максимальное количество, да, они, видите, поставили 17 500. То есть, соответственно, как бы, кто быстрее подался, тот и молодец. И плюс ко всему, там, кто грамотнее подался, тот и получит. Всех остальных, я так думаю, будут, если есть какие-то несоответствия в аппликациях, будут отказы без всяких сожалений. И вопрос, успеете ли вы попасть в это количество ограниченное 17 500, которое запланировано или нет, это уже зависит непосредственно от вас. Это не означает, что вы не можете пробовать по другим категориям, но другие категории, они дороже, они сложнее и требуют, например, там английский язык требуется практически по всем иммиграционным программам, ну, за исключением секции Refugee and Protected Person, то есть беженство. Беженство не требует знания английского и сдачи английского языка, точно так же, как и украинская программа новая не требует этого. Но если мы говорим относительно как бы всех остальных категорий, еще Family Sponsorship не требует, но к семейному спонсорству там применяются другие условия, там должен быть определенный уровень дохода у лица, которое вас спонсирует, и плюс ко всему это лицо подписывает с правительством контракт на определенный период времени, например, если мы говорим про спонсорство родителей, во-первых, для начала оно сейчас закрыто, то есть сейчас нет семейного спонсорства, я так думаю, оно откроется у нас вот как раз в
январе. Обычно это квота устанавливается, и кто успел как бы выбрать эту квоту, тот, как говорится, тому и повезло. И плюс ко всему, например, если спонсор спонсирует своих родителей, то контракт с правительством подписывается на 20 лет с тем, что родители не будут обращаться за помощью государства, что, соответственно, очень лимитирует возможности новых иммигрантов и проспонсированных. Поэтому обращаю ваше внимание на вот эти вот планы. Вы можете найти их на официальном сайте Министерства иммиграции. Это буквально вчерашняя новость. И, скажем так, понять, что на украинцев отведено не так много мест в общем плане иммиграции за год. Исходя из этого, опять же, рекомендую все сразу делать грамотно и хорошо, для того, чтобы не потерять тот действительно прекрасный шанс, потому что я могу сказать, что данный шанс является чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому как бы и тем, кто может им воспользоваться, действительно несказанно повезло. И я бы рекомендовал вам им воспользоваться на все 100. Вопросы? Тебе видно вопрос или нет? Я вижу один вопрос только на данный момент. Здравствуйте, если мама здесь в Канаде, а папа в Украине, могу ли я подавать на обоих? Да, но нужно определиться, кто будет основной аппликант. И вы должны понимать в данной ситуации, что основной аппликант не сможет покинуть Канаду, ну или нужно запрашивать соответствующее разрешение органов иммиграции для того, чтобы не потерять эту возможность. Поэтому, то есть это надо рассматривать по общему правилу. И опять же, я не вижу, у кого родственники здесь, то есть у папы родственники или у мамы родственники. А в принципе, потому что Валентина написала, я так подозреваю, или Валентина, резидент или канадский гражданин. Если это Валентина, в принципе, это ваш выбор, кого вы выберете из двух родителей. И, соответственно, да. Валентина, вы можете добавить сюда, она пишет, что да, я канадка. Да. А вы можете себя unmute и просто больше это сама рассказать про свой кейс. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. А у меня мама здесь находится, то есть она уже здесь полгода, потом она приезжала два раза. Она уезжала в Украину, но сейчас она здесь со мной, а папа там. Поэтому я думаю, как правильно это делать или подавать на маму будет основным. Да, мама будет основным аппликантом, папа будет идти как супруг в данной ситуации. И единственное, что обратите внимание, что мама не может выезжать, она вот подалась, ей нужно дождаться, пока не получит. А какая продолжительность, то есть сколько ждать надо? Никто не знает, потому что в данной ситуации это отдельная программа, она только появилась. Но в среднем, чтобы вы ориентировались, рассмотрение аппликации на постоянное резидентство занимает где-то год-полтора. Год-полтора. Да, именно поэтому я обращаю внимание всех, что если вы подаете документы, может, и где-то будет какая-то ошибка, это может потенциально лишить вас права перепадаться, потому что вы просто не успеете перепадаться, в зависимости от того, на каком этапе это будет обнаружено. И если откажут, то тут нужно как бы успеть подготовить, исправить, перепадаться и так далее и тому подобное. Поэтому. И еще маленький вопрос. Какие документы нужны? Ну, вот я читала, что там нужна криминальная ответственность, ну, вот нет, справка о криминальной ответственности, о браке справка. Это должно быть заверено в Украине, или оно может быть как-то тут переведено здесь, или там по ДИ? Оно должно быть переведено. Во-первых, любой документ, изложенный не на английском или французском языке, он должен быть, соответственно, переведен или на английский, или на французский язык, и переводчик должен быть сертифицирован. Или должен быть аффидевит от переводчика о том, что он знает язык, что он перевел, что он говорит о том, что перевод правильный, аффидевит, он заверяется, соответственно, юристом или нотариусом, подпись на аффидевите. То есть там есть соответствующие критерии и требования, как оно должно быть сделано. В среднем перевод у переводчика, во-первых, переводчиков с украинского языка на английский язык, если мне память не изменяет, сертифицированных в Канаде только 10. Если мы говорим про Украину, то перевод обязательно должен быть нотариально заверенный. Подпись переводчика на переводе должна быть нотариально заверена. Это требование согласно украинскому законодательству.
И что еще, на что еще обращу внимание, что это должны быть не справки, а, например, если мы говорим про свидетельство о браке, должно быть свидетельство о браке. Если мы говорим там о свидетельстве о рождении, также потребуется основного апликанта и членов семьи, свидетельства о рождении должны быть поданы или должно быть подано объяснение, почему вы не можете получить свидетельство о рождении. В этом тоже есть, там есть определенные регионы, где вы физически не можете получить, например, там Мариуполь, Донецкая область. Если эти документы не были оцифрованы на, скажем так, их нет в электронном реестре органов ЗАГСа, то там получить их нельзя. Соответственно, нужно готовить соответствующее объяснение, почему вы не можете получить этот документ. И опять же, скажем так, оно должно быть, иметь определенное юридическое как бы сопровождение. Я думаю, А справка о криминальной ответственности, она может быть, я знаю, я так понимаю, что сейчас можно с ДИЕ, да, вот это вот есть программа. Вы можете, смотрите, дело в том, что есть определенные требования к справке. На мой взгляд, подача справки с ДИЕ, здесь есть определенный риск, то есть вы можете напороться на то, что когда дойдут до момента того, что проверять будут соответствие, там, допустимость Канады, admissibility to Canada, да, именно вопрос по поводу уголовного прошлого, да, criminality на английском языке, то просто офицер может не принять эту справку. Он может сказать нет и может отказать вам в аппликации и вернуть ее как non-complete, incomplete application. И в данной ситуации вам нужно будет переподаться, а вопрос, останется ли у вас время. Поэтому здесь... А какая справка должна быть? Справка о несудимости, да, справка о несудимости должна быть с Украины, она выдается Министерством внутренних дел. На веб-сайте непосредственно иммиграционной службы указан адрес Министерства внутренних дел, главного, как говорится, офиса, давайте так выразимся. И справку нужно заказывать. Например, у нас офис заказывает эти справки, мы заказываем их с Украины непосредственно. И, скажем так... В дальнейшем, скажем так, у нас есть офис в Украине, который с этим работает, и мы получаем справки непосредственно о несудимости с Украины. То есть вы можете это, да, вы можете это делать, как если Работает? Да, мы делаем это. И в данной ситуации как бы мы не используем ДИУ, потому что есть определенные риски. То есть, если кто-то хочет рисковать, мы всегда говорим, пожалуйста, риски ваши, дело ваше сугубо личное, но, например, я своим клиентам не рекомендую этого. Ну а если мама у нее живет в Канаде, ей нужно с канадской, как бы с этой стороны, справку о том, что о несудимости, потому что человек, если жил год, например, может потребовать справку отсюда тоже, не только с Украины. А обычно иммиграционные офицеры имеют доступ к реестру автоматически. Единственное, что вы можете сделать, и там я рекомендую иногда брать, для того, чтобы ускорить процесс рассмотрения аппликации. Потому что, например, там медкомиссия тоже не предусмотрена. И недавно, буквально, я думаю, где-то месяц назад было соответствующее оповещение от Министерства иммиграции о том, что медицинская комиссия теперь не требуется по аппликациям на постоянное резидентство при подаче аппликации. Потому что потом, когда вы дошли до вот этого вот второго уровня, когда вас уже проверяют на admissibility, вам пришлют приглашение, вы пойдете и сделаете эту медкомиссию. Срок действия медкомиссии 1 год, и там стоимость, я не знаю, в районе, наверное, $320, 330 плюс налог, и вы пойдете и пройдете. Но хотите ускорить, пройдите сразу, как говорится. Спасибо. Да, пожалуйста. Еще какие-либо вопросы? Как с вами можно связаться? Так, ну, во-первых, есть мой имейл, я не знаю, видите ли его. Я расшарю, потом все, я видео и в группе напишу. Я написала ваш веб-сайт, Lambert, да, вот это вот написал, имейл свою, веб-сайт Lambert. Да, внизу, если вы посмотрите, есть имейл-адрес info@lambertlawyers.com, вы можете связаться с нами по этому имейлу без всяких проблем. Спасибо большое. Я надеюсь, что там видно имейл, да, если надо, как бы напишем. Еще. Еще у кого-то какие-то вопросы? Здравствуйте, меня Ольга зовут. У меня есть тоже вопрос. Понятно, что главный аппликант, он должен находиться в Канаде, а те аппликанты, которые находятся в Украине, они не должны иметь КУЭД при этом? А если это члены семьи, нет, потому что есть основной аппликант. Это требование к основному только аппликанту идет, да.
И вот вопрос. Я канадка, главный аппликант будет мой папа, и может ли он подать своего внука как племянника, у которого нету куэта? Правильно я понимаю? Племянники сюда не входят. Нет, что... мой папа главный аппликант, и он подает внука. Дело в том, что для того, чтобы подать внука, вот здесь вот я рекомендую обратиться к юристам, потому что здесь вопрос, что внук должен быть членом семьи. Как вы будете доказывать, что внук является членом семьи папы вашего? Через свидетельство о рождении. Нет. Когда мы говорим о членстве, о члене семьи, это не означает, что любой внук автоматически становится членом семьи. Например, там у вас свои дети, да, они являются членами вашей семьи, но не членами семьи вашего папы, потому что ему они являются внуками. То есть для того, чтобы внук мог эмигрировать, опять же, я не знаю, сколько внуку лет. 16. Я понимаю, что вы пытаетесь использовать как бы эту возможность, но это достаточно будет сложная аппликация, и тут нужно показывать о том, что внук является членом семьи вашего папы, что он от него зависим. Потому что у внука есть, наверное, папа и мама. Я же правильно понимаю? Да, да. Ну, соответственно, он является членом семьи папы и мамы, а не бабушки и дедушки. То есть это должно быть опекунство? Фактически, да. Да, то есть это должно быть опекунство. Ясно. Извините, у меня есть тут, смотрите, да, то есть тут нужно видеть документы, потому что, во-первых, этот вебинар он не предусмотрен для того, чтобы отвечать на там конкретные вопросы или давать вам советы по вашей конкретной ситуации. Мы рассматриваем общие моменты данной иммиграционной программы. То есть они предусматривают, что бабушки и дедушки могут эмигрировать с внуками, но есть критерии о том, что они должны быть dependents, да, то есть и вот здесь нужно подводить именно под канадские категории, кто есть dependent. И каким образом он зависим от вашего дедушки, и, соответственно, подтверждать этими документами. Вот тогда можно ставить вопрос о том, что да, внук может эмигрировать. Но опять же, если у внука нету, если у вашего папы есть quiet виза, а у внука нету, и нету даже визы, и он не находится в Канаде, то шансы, я так думаю, не слишком высоки, потому что вы не докажете то, что он есть dependent. То есть, если он будет тоже в Канаде по QUET-визе, то больше шансов получается. Ну, QUET-виза у него уже не будет, потому что QUET-виза уже она не будет. Она у него есть. Он просто еще не заехал. Ну, то есть, он не получил еще стадий пермит, то есть он не заезжал еще, но она у него есть. А при чем здесь стадий пермит? Я что-то не до конца понимаю. Ну, чтобы он фактически ее получил. То есть, у него есть виза в паспорте. Но если есть виза в паспорте, то work permit, study permit или visitor record ему выдадут на границе. Да, да, да. То есть он еще не заезжал и не получил. Да. Как бы, ну, соответственно, этот, смотрите, да, то есть этот вопрос, я бы рекомендовал вам именно обговорить, то есть показать документы, которые есть, и обговорить с юристом, потому что есть масса нюансов, которые являются очень специфическими, и чтобы их правильно адресовать, потому что есть вопросы по этому. Вот ты имеешь в виду именно иммиграционного адвоката, да, кто занимается именно вот этими всеми? Я бы брал автоматически иммиграционного и семейного, потому что здесь вопрос именно dependent, и я так думаю, что здесь нужно будет именно с точки зрения семейного права адресовать этот вопрос, а не с точки зрения как бы... Потому что иммиграционное право программа предусматривает, да, бабушки и дедушки могут эмигрировать с внуками, но должны быть dependent. И вот здесь вот категория dependent, я так думаю, это больше категория семейного права, нежели иммиграционного. Потому что иммиграционное право, оно определяет эту категорию, там, зависит финансово, зависит как бы там по другим критериям. Но здесь больше, я так думаю, будет взято с концепта семейного права, потому что тут надо смотреть и артикулировать именно в этом направлении. Ну, то есть, в принципе, шансы есть, но надо... Если правильно составить документы, шансы есть. Если документы составлены неправильно, шансов нет. Ну, понятно. Как обычно. И последний такой маленький вопросик по поводу подписания секции номер 5 в форме 0191. Вот кто... Какие варианты кто может это сделать? Это вот декларация о том, что... Я понимаю, о какой декларации вы говорите. Секундочку, я ее сейчас открою, потому что когда вы говорите секция 5,
Я так понимаю, что вы говорите относительно commissioner or not a republic. Я правильно понимаю? Should be completed and signed by the notary public lawyer commission. Да, вот это то, что вы Ну, сказали. соответственно, Да. это должен быть или комиссионер, или notary public. Например, я No. являюсь комиссионером и notary public одновременно. Да? Любой юрист в провинции Онтарио автоматически является, кто действующий юрист, да, он автоматически является комиссионером. Но не любой является notary public, потому что в данной ситуации нужно подаваться. И там, если мы говорим там про подписание этой формы, ее можно, в принципе, по онтарийским правилам сделать онлайн. Обычно, да, заверение подписи на форме стоит в районе $50. И там, для этого нужно, чтобы лицо, которое подписывает, присутствовало при подписании, и комиссионер, юрист или нотариус видел это. Но, как я уже сказал, это можно сделать онлайн, если есть в этом необходимость. Да, ясно. И то же самое по переводу, то есть если мы, ну, понятно, что член семьи не может перевести, но если кто-то из друзей там переводит, то также точно можно, ну, нужно эту подпись заверить, да, там? Да, подпись его как переводчика на данном, то есть он должен давать аффидавит, и на аффидавите он должен, его подпись должна быть заверена юристом. И тоже стоит в какой, в каких рамках? Тоже приблизительно где-то $50. То есть это за каждый документ, каждое заверение стоит одинаково? Да, ну, опять же, вы можете поговорить с юристом, там, если там куча всяких документов, и нужно заверить подпись на документе, то там, может, вам скидку сделают. Можно попытаться взять и пойти где-то поискать нотариуса. Сделать, может, дешевле. Но, опять же, тут вопрос потраченного времени и полученного результата. Ясно, спасибо большое. У кого-то еще? Здравствуйте. Да, есть у меня. Извините. Да, Инна, давайте. Мне немножко легче по-английски, но you can answer. Go ahead. Sorry about that. When the program was first announced, we read through it very carefully, my friend and I, and I noticed, I think it was even on the first page, it said that the applicant, the main applicant, should be in the country during the entire process. But when the revisions came out, I think that line was removed. Do they still have to be here? Mm-hmm. Because I suspect that some people will have to return to, I don't know, look at property. This might not be a long-term possibility for some people to stay for the full 6 months or a year. Just give me a second, please. I'm trying to share the screen, but I do not see it. You're host, so you should be able to share screen. Yeah, I'm able, but when I push the button to share the screen, I do not see this particular folder that I want to share. This is a problem. But again, okay, yeah, I found it. So, Inna, if you look at the bottom of, it is actually the second page. It is called yes. Who Can Apply. Yeah. And if you scroll down at the bottom, it stated the family members can be in or outside Canada. Only and then only you are required to be in Canada throughout the application process. Yes, this is why I said that as soon as you leave Canada, you can lose the right to be granted permanent residency under this program. So if somebody wants to leave, I would probably apply for the permission of the Immigration Canada to leave and return, explaining the situation and actually justifying why you're going to leave Canada. Otherwise, you can face the problem. I thought that when I looked at the same page after the revisions were published, I was quite sure that line was not there anymore. But is that the, I mean, in your experience, I guess if somebody, because normally when you apply for permanent residence, you can leave the country. Yes, normally, yes. But this is just not. But there are certain like programs or, for example, refugee protection. As soon as you apply for refugee status and leave the country, you lose your application. Yes. Yeah. Yes, of course. As a refugee. And this is a public policy program. And I think that they introduced this requirement, given the fact that many Ukrainians, they came to Canada.
get $3,000 and go back, like who are, like to Ukraine or to Europe, because they found those destination like more attractive. So I think that they put this requirement to avoid something like this for people not to use it just so just in case, let's get it. Oh, of course, of course. Yeah, and I don't mean that. I mean an actual real need to return and come back. So, okay, my second question. A friend of mine has applied for the Manitoba Provincial Immigration Program, and that application is in process, although the province has not nominated him yet. I assume he can't apply for this. His sister is a Canadian citizen. Nothing prohibits him, because at the time he applied, my understanding, there were no such a program. There were not. And now he has an opportunity, and not to use it, it would be a little bit weird. It does feel weird. And another immigration consultant told us that you can't apply for two programs at the same time. And it feels like it would be unusual to the take. The deal is that until he is nominated, it is a question. If he would be nominated at all, but over here he already satisfies all the requirements, and why he shouldn't he should wait. If he doubts, he can actually call off his application for the provincial nominee program. Maybe he will be reimbursed for application fee. Maybe not, who knows, but at least he would get his permanent residency. So are you saying that after he's nominated by the province, if, for example, this happens tomorrow, then he would not be able to use this program? The deal is that if he is nominated, it makes no sense for him to jump from one program to another. Right, because of course. He's already satisfied criteria. He actually reached the half point, let's say. Yeah, I see. And it is for him just to continue. And maybe... it is wise for him to stay with provincial nominee program if he wants to sponsor somebody else under this program. Because as you can see, if you was granted provincial, if you were granted permanent residency under this program, you cannot call other relatives under this, sponsor other relatives under this program. For example, you want to sponsor your brother or... grandparents, they have siblings, they immigrated, but they cannot sponsor or support their children. And in this situation, it's better for them, for example, to get their permanent residency under another type of application, and then within this 1 year period, sponsor others. So he's actually a secondary applicant. It's his wife who's the main applicant. I assume it's the same. Yeah, I understand. Situation. Yeah. Окей, thank you. Добрый вечер. Вопрос у меня. Да. Я поздно зашел и пропустил. Вопрос для КУЭТа. Какие варианты есть для того, чтобы остаться на пиар или как, чтобы не вернуться в Украину, остаться в Канаде? Дело в том, что эти вопросы мы будем адресовать, наверное, в нашем следующем вебинаре. Потому что числа у нас будет. Этот вебинар, в принципе, посвящен тем, кто квалифицируется под программу, у кого есть братья и сестры. Если у вас их нету, то есть ряд других программ, есть провинциальные программы, люди просто иногда не совсем знают, на какие из провинциальных программ они подходят. И если где-то какие-то факторы, которые не дают вам возможности удовлетворить критерии, значит, нужно их идентифицировать. Обычно консультация с юристом будет достаточно вам, чтобы вам сказали, что, например, здесь вам нужно там, удовлетворить такие-то критерии или подтянуть вот сюда, на эту планку, для того, чтобы вы соответствовали вот этой иммиграционной программе, и тогда вы можете иммигрировать. Также это может быть аппликация по гуманитарным соображениям, может быть беженство, может быть федеральная, одна из федеральных программ иммиграции. То есть на самом деле путей много. И честно вам сказать, за всю свою карьеру я не видел человека, который хотел бы остаться и не остался, за исключением или дурных, или ленивых, или жадных. То есть для каждого человека иммиграция чего-то стоит, соответственно. То есть это определенный процесс, что нужно, там, я не знаю, чем-то пожертвовать. Кому-то временем, кому-то деньгами, кому-то и тем, и другим. Но
в принципе, путей миграции масса, и для того, чтобы определить конкретно ваш путь миграции, нужно понимать исходные данные, и тогда можно сказать, что ваш путь будет, например, вот такой-то, пожалуйста, там, обратите на это внимание, и вам для этого нужно раз, два, три, четыре, пять. Okay, еще вопрос. Бывает давался нам 2 года? На три, да. По истечении срока. Что будет происходить? По истечении срока вы поздно подключились к нам. Я говорил относительно того, что планы на иммиграцию были анонсированы вчера Министерством иммиграции. Там разные категории программ, которые говорят, сколько Канада планирует пригласить новых иммигрантов. И, соответственно, все зависит от состояния дел в Украине. Если война закончится, то, скорее всего, для тех, кто не успел эмигрировать, покажут на выход. Или эти люди смогут, в принципе, продолжить свое пребывание на общих условиях. Например, если у вас есть работа, и ваш работодатель поддерживает вас, он может оформить вам Employer Specified Work Permit, но для большинства категорий будет требоваться Labor Market Impact Assessment, что само по себе дорогое удовольствие, там где-то в районе 1007-8. Плюс как бы аппликация на Work Permit будет стоить там пару тысяч, то есть, опять же, это деньги. Вы сможете эмигрировать таким путем, например, через там поддержку вашего работодателя, или как бы если не сможете найти работу и никто вас не поддержит, то скорее всего покажут на выход. Еще вопрос у кого-то? Прям депортация. Ну, дело в том, что для того, чтобы вас депортировали, вас должны споймать. Но не рекомендую заходить в серую зону. То есть, как только у вас закончились официальные документы, у вас, например, закончилось, у вас в ваших документах, там у вас будет work permit, скорее всего, есть дата, когда написано, вы должны покинуть Канаду до такой-то даты. Вот, с момента, как это закончилось, у вас есть, если вы не подались на продление до этого периода, у вас есть 90 дней для того, чтобы возобновить свой статус в Канаде. Для того, чтобы его возобновить, вы должны подать аппликацию, вы должны заплатить соответствующий платеж. Не факт, что офицер согласится вам это сделать, если он видит, что нет оснований. И после 90 дней начинается уже такое, это вот такая серая зона, да, а после 90 дней начинается черная зона, когда по факту вы нелегал. Если вас поймают, да, вас депортируют. Окей, у меня паспорт открытый на 10 лет, да, и у меня виза стоит до конца паспорта. Это как понимать? То бишь, я могу находиться до 10 лет в стране или могу находиться только 3 года? Нет, в стране вы можете находиться лишь только столько, сколько указано в вашем документе, который вам выдали на границе. Если вам никакой документ не выдавали на границе, а просто поставили штамп в паспорте, то вы можете находиться 1/2 года. Если у вас документ есть, например, work permit, то там четко указана дата, когда вы должны покинуть страну. Okay. Хорошо, спасибо, Шан. Да, еще какие-то вопросы у кого-то? Вопросов нет. Я рад, что, надеюсь, что это было данный наш вебинар был для вас полезен и интересен. Если у вас есть какие-то вопросы в чате, я так думаю, да, в чате есть наша информация, я еще сейчас напишу. Я размещу везде в группе и на видео, когда разместим. Я просто еще хотела спросить, вот из того, что там такие временные стоят ограничения, то, наверное, не стоит затягивать эмиграцию вообще в общем и целом, да? Потому что люди некоторые говорят, да, мне еще рано, только год прошел, там, то есть всякие такие... Дело в том, что я бы сказал, если мы говорим про общую эмиграцию, секундочку, я сейчас напишу имейл. Но я думаю, с любой иммиграцией не стоит затягивать, да? То есть дело в том, что как только человек заехал, у него уже пошел срок. Угу. И, например, для большинства иммиграционных программ мы говорим о том, что требуется полный год работы. Например, для некоторых провинциальных программ требуется не только, чтобы человек приобрел там полный год работы, но чтобы у него еще было действующее разрешение на работу для того, чтобы он мог со своей стороны там воспользоваться определенными программами. И это означает, что он должен заехать, начать работать, приобрести год работы, и у него еще должно что-то остаться для того, чтобы он мог воспользоваться провинциальной программой и удовлетворить ее критерии. А это время. И если кто-то там это время пропустил, это означает, что чем больше времени прошло, тем меньше шансов остается воспользоваться теми документами, которые есть.
И поэтому я всегда рекомендую людям, там, как только заехал, первое, что нужно сделать, по идее, перед тем, как искать работу, перед тем, как там что-то делать, это пойти получить консультацию по поводу иммиграции, по поводу статуса, по поводу того, как лучше оставаться. Даже если люди говорят, я не планирую здесь оставаться, мне эта Канада не нужна, я жду, пока все нормализуется в Украине и так далее и тому подобное. Потому что я подобных рассказов слышу достаточно много, но все они заканчиваются приблизительно следующим. Через год человек говорит, все-таки буду оставаться. Или съездил в Украину, посмотрел, вернулся и говорит, я буду оставаться, а время уже прошло. И вот здесь начинается проблема, потому что как бы с этим уже достаточно сложнее работать по той простой причине, что время и возможности упущены. То же самое с работой. Люди идут, я понимаю, что нужно добывать хлеб насущный, оплачивать счета, аренду, еду и так далее. Но очень часто многие выбирают работу, которая в плане, с точки зрения иммиграции, это путь в никуда. Это просто потерянное время. И получается, что человек, он помогает работодателю решить его проблемы с производством, бизнесом, развитием, еще чем-то, но не решает своих. И работодатель-то скажет, все, извини, спасибо, что отработал 3 года, всего хорошего тебе. А человек как бы потеряет свои возможности и не сможет воспользоваться. Хотя есть альтернативные, например, такие же работы, но там, где он может реализовать свои цели по иммиграции без всяких проблем. То есть время, я так думаю, это, наверное, самое дорогое, что сейчас есть у большинства украинцев, которые приехали. И если не воспользоваться этим временем грамотно, то будет проблема. Окей, хорошо. Еще какие-то вопросы у нас есть или мы уже заканчиваем? Что-то именно по этой программе. У нас во вторник, 7 числа, будет еще один вебинар вот, по другим программам. Вот именно по этой программе. У кого-то есть еще вопросы? Я рад, что вопросов нет, потому что это означает, что ответили на все. Я благодарю всех за то, что вы посвятили свое время, чтобы присоединиться. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я оставил свою контактную информацию. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, спрашивайте, чем мы можем вам помочь, мы поможем. И еще раз обращу ваше внимание, что мы здесь обсуждали, это не юридический совет. Если у вас есть конкретные вопросы по вашей ситуации, рекомендую вам обратитесь к юристу, потому что обращение к юристу, поверьте мне, стоит в разы, в десятки раз дешевле, нежели ходить потом по судам и пытаться отстоять правду, потому что это очень дорогостоящий процесс. Лучше потратиться на начальном этапе на консультацию, нежели на последующих тратиться на суды. Окей, спасибо большое, Артем. Да, вам также спасибо. Марина, спасибо большое за организацию этого вебинара. И мы хорошо. Всегда к вашим услугам. Всем всего хорошего. До следующего вебинара. Пока. Спасибо.